Друзья, всем доброго дня! С вами Ирина Исмагилова. И сегодня у меня обзор на второй заказ по пятому каталогу 2016 года. Ссылочку на первый заказ по пятому каталогу я оставлю внизу в инфобоксе, поэтому, если кому интересно, проходите, смотрите. А сегодня вкратце вам расскажу и покажу то, что у меня пришло во втором заказе. Как вы видите, заказ не очень большой, такой миниатюрный получился, но не менее значимый по цене и по качеству продуктов, да, по значимости продуктов. Давайте начнем как обычно. Прежде всего покажу вам аксессуары. Купили у меня аксессуары в этот раз для ногтей. Это вот такие палочки депрессинового дерева и кисточка. Как вы видите, все запаковано. Открыть, распаковать я не смогу, чтобы более подробно показать, да, как что выглядит. Но думаю, вам видно. Вот сейчас кисточку я так вот поправлю, посмотрите, да, может быть, вам будет видно. Кисточка тоненькая, тоненькая кисточка, она для маникюра. Так, дальше еще один аксессуар. Это у нас уже, давайте мы еще прочитаем. Заказ я только-только привезла с почты, вот только распаковала и тут же села снимать видео. Поэтому буду смотреть вместе с вами. Так, что это у нас? Не найду, не найду, ничего не видно. Нет, так я не нашла, где тут написано. Очень много надписей, очень много на разных языках, поэтому непонятно, где написано. Ну, в общем, вам понятно, что это щетка для ног, для огрубевшей кожи ног. Кстати, у меня такая имеется, очень хорошая щеточка, очень хорошо убирает огрубевшую кожу. И при этом она у меня очень давно, и до сих пор она в отличном состоянии, поэтому продукт такой, наверное, вечный даже, можно сказать. Так, идем дальше. Все, аксессуары у меня закончились, и дальше будет декоративная косметика. Ну, прежде всего, хочу вам показать вот такое средство. Это у нас Color Trend серия. И это у нас основа под макияж «Идеальный образ». Давно я хотела себе заказать подобный крем, подобную основу, наверное, да, под тональный крем. Все не решала, все думала. Ну и все-таки решила заказать вот такую не очень дорогую серию. Попробую и посмотрим, как она себя поведет. Давайте я вам покажу, как она выглядит. Вот такой крем. Я его, как вы поняли, уже не пробовала, потому что только-только приехала. Не знаю, видно ли вам что-то. В принципе, какой-то легкий эффект есть, да, что немножко скрывает трещинки, какие-то морщинки, да, на коже. Но не знаю, пока не могу определить, все-таки нужно будет уже непосредственно на кожу нанести и посмотреть, какой будет от него эффект. Ну, в принципе, для чего такие, для чего подобные крема нужны? Они сужают поры визуально, выравнивают тон лица, то есть идеально как бы подготавливают кожу под нанесение тонального крема. Поэтому то очень хочу попробовать, и если кому интересно, пишите, я обязательно оставлю комментарий потом внизу тому, кому нужно, понравился крем, не понравился, и вообще, что из себя представляет. Так, дальше. Дальше у меня вот такая помада-бальзам. Так, так, так. Ухаживающая помада-бальзам. Нежный цвет. Так, цвет вам будет, наверное, не видно. Вот так вот вам покажу. Но эта помада-бальзам, она прекрасно наносится. Она замечательно губы увлажняет. То есть это два в одном. Вот честно могу вам сказать, что это два в одном. Это бальзам и помада. То есть хороший цвет, прекрасно наносится. И при этом очень сильно губки увлажняет. Никакой сухости вы не чувствуете. Губки прям подлечиваются. То есть если они у вас были сухие, если они шелушились, они реально видно, что они становятся мягче и нежнее. Помаду сначала заказывала я себе такую подобную. Да, потом я показала своей клиентке. Она как бы заинтересовалась этим продуктом. И вот выбрала она такой цвет. Цвет называется Berry Smooth. Вот такой цвет. Дальше покажу вам тушь Super Shock. Ну, эту тушь у меня уже на постоянной основе берут. Она такая частый гость, да, в моих заказах. Тушь очень хорошая, она объемная. То есть удлинение она, в принципе, никакого не дает, но объем очень хороший от нее получается. И я, честно говоря, пользуюсь сама двумя тушами. Сначала я наношу объемную тушь, а потом уже тушь удлиняющую. И эффект, в принципе, мне нравится. Так, дальше вам покажу вот такой наборчик. Это наборчик Планета Спа. Посмотрите, какая красота. Это у меня роскошное обновление с экстрактом черный крем, маска, пленка для лица. Так, давайте посмотрим, как она выглядит. Вот такой
надеюсь, вам будет видно. Такой тюбик. Что она у нас делает? Ну, здесь не написано, да, какое действие. Но роскошное обновление, судя по названию, все-таки какая-то регенерация кожи происходит, да, кожа обновляется, становится моложе, красивее. Серии, как вы знаете, Планета Спа очень хорошая, очень пользуется популярностью. И периодически берут и продукты из этой серии, всегда все довольны и думаю, этой серии понравится не меньше. Это у нас была маска-пленка. И второе средство из этого наборчика. Это у нас ночной увлажняющий гель для лица. Вот таким образом он выглядит. Я уже вам, по-моему, недавно показывала. Посмотрите, как красиво переливается. Не знаю, правда, будет вам видно или нет. Очень красиво крем переливается, прям перламутровый. Давайте я что-то там хрустит, открывать не буду. Боюсь повредить. А так бы показала вам воочию, как это выглядит. Ну, потрясающе переливается крем. Так, это у нас Планета Спа. Следующее, что вам покажу, это тоже серия, мини-серия, но сразу скажу, что здесь не хватает одного средства. Это серия New Clinical. У меня есть клиентка, которая вообще на постоянной основе берет именно данный крем. Ей он очень нравится, она его никогда не изменяет. И в этот раз было очень соблазнительное предложение для представителей. Крем New Clinical. Дальше, что это у нас? Так, не написано. Но это у нас крем вокруг глаз, тоже из этой серии. И было третье средство, лосьон корректор морщин еще был, да, тоже такая миниатюрочка. Но, к сожалению, он не пришел, его нет на складе. Мне написали, что обязательно в одном из следующих заказов он придет. Поэтому, в принципе, я сильно не расстроилась. Но средство очень хорошее. Как я сказала, у меня есть клиенты, которые берут исключительно данные средства и никогда им не изменяют. А это, наверное, очень хорошая рекомендация, как я считаю. Открыть ничего не смогу, потому что все запаковано. Так, следующая опять у меня мини-серия. Вот такая, весь практически заказ состоит из мини-серий. Смотрите, это у нас уже Today. Вот такая водичка, 50 мл. Все запаковано, тоже открыть не смогу. Водичка очень хорошая. Это парфюмерная вода, она очень долго держится. Очень приятный аромат. Аромат вышел, причем Today, да, это было такое трио из ароматов Today, Tomorrow, Always довольно давно, и именно вот этот аромат пользуется самой большей популярностью среди всех остальных. Берут тоже на постоянной основе. И вот такую водичку я вам могу показать. Входит как бы в этот комплектик маленький. Вот такая водичка. Она с распылителем. То есть это такой вариант, который можно брать с собой везде, в сумку, даже в самую маленькую сумку. Будет очень удобно взять вот такую мини-парфюмерную водичку, и всегда будет от вас очень приятно пахнуть. Вы всегда будете благоухать. Так. Дальше. Ну, из уходовой косметики получается, в принципе, у меня только одно средство. Ну, да, не считая серии New. Это у нас крем для ног, вот такой размер XXL, красивые ножки, глицериновый крем для ног с силиконом. Здесь у нас 150 мл, вот такой большой крем, хватит надолго. Вообще серия для ног все ближе к весне и к лету, они пользуются популярностью, все более и более пользуются популярностью, я бы так сказала, потому что сезон начинается, когда нужно свои ножки приводить в порядок, когда скоро мы их уже откроем, и всем, видимо, хочется, чтобы ножки были превосходном состоянии, поэтому постоянно все чаще и чаще серии для ножек у меня появляются. Ну и последнее, что вам хочу показать, это вот такая сумка. Вот таким образом она выглядит. Давайте ее попробуем аккуратно открыть. Так, чтобы ничего у нас... Упакована в картон с двух сторон. Дальше бумага. И давайте рассмотрим ее поближе. Вот визуально это лицевая сторона. Вы знаете, очень красивая сумочка. Почему-то в каталоге она мне меньше нравилась. Вообще, в принципе, я на нее внимания не обратила. А сейчас я смотрю, что сумочка очень даже красивая.
потрясающе красиво. У нее текстура, посмотрите, да, такая, как лакированной кожи, и с такой вот, не знаю, как объяснить. Я вам поближе покажу материал, чтобы вам было понятно. Надеюсь, фокус не шалил, и вам было все видно. По толщине, посмотрите, да, она довольно-таки толстая, то есть очень много туда может вместиться. Сумочка, вот такие ручки. Здесь у нас на клепочке кармашек. Посмотрите, вот такой кармашек. Дальше давайте заглянем внутрь. Так, у нас здесь еще замочек. Посмотрим. Нет, это чисто декоративный замочек. Никаких кармашков там нет. Посмотрим дальше. Дальше, что внутри? Внутри она вот такая. Здесь имеется кармашек для телефона, либо для каких-то мелочей. То есть по толщине она очень вместительная, посмотрите. Да, единственное, что, наверное, вот это расстояние, но не знаю, может быть, я привыкла так, да, чтобы было более широкое, как бы вот это место, да, куда мы ручками как раз-таки проникаем. Но не знаю, в принципе, сумочку это никак не портит. По-моему, потрясающая сумочка. Очень красиво смотрится. Даже не ожидала, что она будет так смотреться. Значит, сама бы внимание обратила и заказала бы себе такую. Вот такая красота. Вот таким образом выглядел мой второй заказ по пятому каталогу 2016 года. Он, как я уже говорила, небольшой, но довольно-таки интересный. Да, очень разнообразные продукты. И аксессуары, и декоративная косметика, и парфюмерия, и уходовая косметика. Всего понемножку, и вот, в принципе, обо всем рассказала. Я надеюсь, вам было интересно. Я надеюсь, мое видео будет кому-то полезным. Если у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Я обязательно и с огромным удовольствием всем вам отвечу. Если понравилось, опять-таки, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока!